85 кг. Николаю Веселову, Республика Белоруссия, и представитель Молдовы Виктор Катюжинский. Завершился первый раунд, и в этом перерыве представляю вам спортсмена, который отдыхает в красном ринге. Это Николай Веселов.
1987 года рождения. Представляет Республику Беларусь, город Солигорск. Счет моя спортсмен не ведет. Лучшее спортивное достижение Николая – розовый призер чемпионата Европы 2010 года. Тренируется спортсмен под руководством тренера Чуйко. Красный угол – спортсмен, представляющий Республику Беларусь, Николай Веселов. The best result, bronze medal on the European Championship 2010 in Moscow.
Завершился второй раунд, и в этом перерыве я представляю вам спортсмена, который отдыхает в синем углу ринга. Это Виктор Катюшанский, 1987 года рождения. Представляет Республику Молдову. Счета спортсмен не ведет. Лучшее спортивное достижение Виктора – чемпион Республики Молдовы и бронзовый призер чемпионата Европы по боксу. Тренируется спортсмен под руководством тренера Петра Кадука. Синий угол. Боксер, представляющий Молдову, Виктор Катюжанский. In the blue corner, the representative of Moldova, Viktor Katyushansky. The best sport result, the champion of Moldova Republic and the bronze medal of European Championship in Moscow 2010. Viktor Katyushansky, Moldova, blue corner.
Завершился упорный поединок весовой категории 75 кг. Николай Веселов, Белоруссия, и Виктор Катюжанский, Республика Молдова. При равном количестве очков 4-4.